Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня с вами 44-й грамматикум, короткий о глаголе «жуэ». Как он употребляется? У нас есть два предлога, которые употребляются после него. Это «жуэ дэ» плюс музыкальный инструмент или «жуэ а» какая-то игра. И давайте посмотрим примеры. «Жуэ дю пьяну» — играть на пианино. «Жуэ дю ля гитар» — играть на гитаре. «Жуэ дю лармоника» — губная гармошка. «Жуэ дю виолон» — скрипка. «Жуэ дю ля батри» — ударные. «Жуэ де ля флюта» — флейта, «Жуэ дю саксофон» — саксофон, «Жуэ де лаккордеон» — аккордеон. Тут, конечно же, нужно знать, какого рода у нас вот эти вот музыкальные инструменты. И дальше уже идет слитный артикль «де» плюс определенный артикль вот этого музыкального инструмента. Давайте еще раз прочтем, и хорошо повторяйте со мной. «Жуэ дю пьяну», «Жуэ де ля гитара», «Жуэ де лармоника», «Жуэ дю виолон», «Жуэ дю ля батери», «Жуэ дю ля флюта», «Жуэ дю саксофон», «Жуэ дю лаккордеон». И второе употребление «жуэ а». «Жуэ а ля пупе» — в куклу, «Жуэ а ля морелла» — классики, «Жуэ а лэластика» — в резинке, то есть когда прыгают через резинки, «Жуэ о люту» — в лото, «Жуэ о зэшэка» — шахматы, «Жуэ о скрабль» — скрабл, и дальше спорт. «Жуэ о волея» — волейбол, «Жуэ о фут» — футбол, «Жуэ о баскет» — баскетбол, «Жуэ о теннис» — теннис. Давайте все еще раз повторим. «Жуэ а ла пупе», «Жуэ а ла морелла», «Жуэ а лэластика», «Жуэ о люту», «Жуэ о зэшэка», «Жуэ о скрабль», «Жуэ о волей», «Жуэ о фут», «Жуэ о баскет», «Жуэ о теннис». И вуаля! То есть самое главное тут знать, какого рода слово, чтобы слитный артикль сделать правильно. Запомните, еще раз резюмирую. Инструмент музыкальный — это «жуэ дэ», игра «жуэ а». И вуаля! C'est tout!